Ну вот упомянули о подготовке школ. Мы проводили совет по жилищному строительству. И у нас эти требования, которые предъявляет там прокуратура по поводу устройства этих заборов, да, там вокруг учебных заведений. Вот этот завод Обнинский, металлист, великолепные делает вот эти заборчики симпатичные. И они недорогие. Значит, нам нужно просто понять сейчас, что нам нужно для нового строительства. И вновь строящиеся объекты применяйте главным образом вот это. Ведь это же ну, настолько красиво, действительно. Надо, а? Значит, надо сейчас посмотреть, значит, сколько нам нужно, какая потребность на этот год, на следующий год. Учитывая, что у них это, там очередь стоит за этой продукцией, значит, надо заранее подать заявки эти. Подать заявки, и чтобы это было, как говорится, ну, по уму и соответствовало требованиям, которые предъявляют там эти службы нашей прокуратуры и так далее. И чтобы это было симпатично и недорого. Причем срок службы там практически они будут стоять там десятилетиями, с ними ничего не случится.